Всем привет, сегодня снова с вами Басон, и продолжаем прохождение игры Alan Wake. Так. Револьвер. Давайте револьвер возьмем. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Так. Нам нужно перебраться туда. Угу. Тележка. Тут ничего у нас нету. О, сигналка, фаера, патроны, батарейка у нас максимум. О, банана. Американские горки. И снова тьма. Да ладно, я же их всех... Пипец. Успел. Минус стая. Так, у нас тут свет. Посмотрим, что у нас здесь, может, что валяется. Ну, тайничок. Патроны. Помповое ружье. Зашибись. Так, а у нас охотничье ружье. Двадцать шесть. Давайте возьмем вот этот. Патронов побольше. Лучше, как говорится, затариться патронов по максимуму. Что у нас здесь? А мы можем слезть туда. А нафиг нам надо? Ладно, погнали дальше. Привет, воронки. С этим фонариком прям ставя птиц, моментально сжигаешь. Если бы пользовался старым фонариком, вообще бы не сжег. Ну, это, конечно, не самый большой фонарик. Если что, я знаю, где еще ружье валяется. Птички, птички, птички. Здесь у нас ничего нету, пойдем дальше. Получается, большие фонари тоже без длины. Откуда вылезли? Снизу откуда-то уже. Да блин, да откуда же вылезете все? Сгорели. Кто нас сорал и не убрал? Так, здесь у нас ничего не валяется.
Ладно. Револьвер возьмем, потому что у нас патрон дофига. Привет, малыш. Да ладно, батарейки есть, можно и поиграться. Да ладно. Слышь, ты, меткач. Получил свою пулю. И сиди, молчи. Мне метки такие, блин, пиздец какой-то. Стоишь, хрен знает, дети прилетают непонятно откуда и как еще. А, еще куча. Так, что у нас здесь? Свет в конце туннеля. О, патроны, револьверы. Ракетница уже максимум. Но мы практически не юзаем. Только если толпа на нас вылезает. Еще патроны. Жалко, нельзя два револьвера взять. Хуяк! Иди сюда. Флэш ты херов. Недорубленный. Блин, если бы он стоял, его сжечь проще было. Он очень мечется, как кусок дерьма. На, лови, свинец. Знакомься, револьвер. Ну, с топором там уже знакомы, а ты с дробовиком знаком? Нафига, что нет обоймы перезарядки, прям приходится целиком заряжать. Так, что у нас здесь? Патроны для охотничьего ружья, я его там оставил. Так, о, 12 ракетниц, вообще зашибись. Можно прям пачками накладывать. Винты, блин. Твою мать. Он там, походу, где-то застрял, что ли?
Че, горохового супа, что ли, переел, носишься как с... Буду я с тобой здесь цацкаться. Перезарядимся пока. Так, все. Дробаш перезаряжен, этот перезаряжен. Давайте перейдем на дробовик, он поэффективнее. Да, ребят. А, я гранату использовал, забыл, что у меня не граната стоит. Надо было фаер поставить. Ну ладно, троих сразу и чё. Да ладно, у вас что тут два? Зашибись. Нам не так проще будет. Им все равно придется заходить сюда. Чтобы меня достать, им все равно идти сюда. Я здесь пока подожду, заряжусь. Че меня пугаешь-то? Ну заходи в гости, молодой человек. Я тебя свинцом угощу. Извини, больше ничего нету. Так что на больше не рассчитывай. Так, куда нам наверх? Чай, кофе, плюшки. Зашибись, взрывы. Ну иди ко мне, мой маленький. Я тебе глазик посмотрю. Добегался, что ли, застрял? Да, застревают, бывает. Познакомился с ружьем. Ну и все, будь свободен. Завели мопед. Так, фаеры. Что, все, больше ничего нету. Слава богу, что эта хрень не живая. Да ладно. Хорошо, что я туда уже не успел пойти. Только думал про экскаватор неоживающий, как мне тут целый вагон спустили. Тьма жестокая. Твою мать. Так можно и обкакить си. А так может точно обосраться. Если принять расчет, что в тебя летит все, что можно только.
Тележка покатились. Давай подтолкнем. Давай, давай, давай. Поехали кататься. Так, здесь ничего нету, тайников никаких. Так, револьвер 31 заряжен. Ну так будешь идти, что-нибудь свалится на башку. Кто насрал, кучу не убрал? Блять, обосрали всю лестницу. Батарейки есть. Патроны есть. О, тайничок. Тут что у нас? Ничего нету. Так, тут что у нас? Граната как раз. Гранатами я затарился, но лучше поставлю фаеры пока. Чтобы лишний, так сказать, не разбазаривать. На мелочь. А то хрен знает, какие там большие полезут еще. Толстопузики. О! Патроны. Патроны — это хорошо. Так, и куда нам? Стопики. Чувствую, здесь сейчас будет весело. Учитывая количество этих. Так. Что нас тут ждет? Куча фаеров, всякой хрени. Да. Ох ты ж, я... Прям как... По заявке, ребят. Да ё-моё. Вам подарки не нужны? Так, дети. Хипстеры-спидстеры. Чё по углам рассосались? Стоять на месте. Ты-то не убежишь у меня, мой маленький. А там еще ходит с бензопилой. У нас все равно осталось мало здоровья. Что это было? Выстрелил в одного, попал в десятерых. Мужики, подходи! Фаером угощаю. Сам сгорел на работе, мужик. А, у меня же ракетница сигнале вставлена была. Я что-то не заметил, что я поменял оружие-то. Ну ладно, все равно было максимум. У меня он раз 2 израсходовал, 2 получил обратно. Так, перезарядим ее. Твой и твой. То нету, то вылазят.
Откуда ваш из жопы-то высирают? Да ладно. Блин, а? Тут что у нас? Пусто? О, кофеек. Да ладно, вы что, все по два ходите, что ли? Везде все по два. Ну, чё-то у нас граната. Сейчас выйду стопудово, вылезу два. Да стопудово. Ура! Я выиграл бинго! Спасение с небес, е-мое. Сейчас свет потухнет и какая-нибудь хрень полезет. Как обычно. Я был прав. Так, очередная глава. Что нас ждет в этой заднице? О, и батареек максимум. И этих же максимум. Ничего не возьмешь, блин. Все максимум. Да ладно. Че, один и все, что ли? Давай поджарим тебе. Да ладно. Мне еще только бочек не хватало. Еще лезут. Да ладно, ребят, вы че? А, ты меня кинул? Ракетница против этой всей хрени не действует.
Чё, всё? Продолжаем жарить? Ещё целая яхта. Ты же исчез. Весь дробовик израсходовал. Да пипец вообще, она даже сквозь землю тебе металл прошибает. Хорошо, хоть камни не летят. Твою маму. Не говорите, что это все сейчас с меня полетит. Я не хочу вниз. Вот почему я туда не хочу. Я уже закинь кустиками. Спрячусь. Ох, слава богу, что я за камушек вышел. А тут все летит в меня. Срань господня, а? Что тут происходит, а? Блин, я туда боюсь идти уже. Даже не заметил, что там этот обрыв. Я думал, там сплошняком. Ах ты ж, зараза. Взять боеприпасы для ракетницы. И так уже максимум. Зашибись, тут прыгает. Мимо тебя яхта пролетает. Какая-то тележка. Еще что-то. Я должен еще не умазаться в это. Все перепрыгнуть. Да ладно. Тут бесконечный ящик, что ли, с этим всем?
Ну, благо тут можно потренироваться, так сказать. Into its heart to hurt it. Давай, давай. Это все барахло, которое слетает, надо сжечь. Там еще воронки летают. Тут здесь мусор. Так, яхта минус. Ну ладно, что так долго будем стрелять, надо затариться, пробую перепрыгнуть. Сейчас фонарик зарядится. И как мне его нейтрализовать? Ракетницами? Всего лишь одной ракетницы надо было, что ли? А там бабуля стоит. Зашибись. Стоял, сколько палил в эту сторону, вот где бабуля, и вообще ничего не происходило. Сейчас подошел в упор, один выстрел, и началось. Нырнул мордой об пол. Baby, you were having a bad dream. It was just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on. Тьма, типа, нашу жену Так, в ванной ничего нету. Опять это Элис. You're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? I read your manuscript. It's brilliant. Departure is your best work yet. You're a genius. I'm
Так, где щелкунчик? Зашибись. Этот водолаз. Два Алана. Типа наш двойник, что ли? Не, зашибись. I followed the idea of a path. Это типа мы книгу пишем. Блин, я думаю, сейчас тележка взбесилась. Да, заряжается на меня. You don't love him. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I know. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on. What are you doing, Alan? Stop. Put the light back on. It wasn't true. Nothing like that had ever happened. Выжигаем все. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. Одни и те же слова. Ящик, бочка, телефон, фонарный столб. Странно, фонарь работает. Когда наш на максимум заряжен, он почему-то стоит на месте. Заряд не расходует. Вот я включаю, и он только расходит. От этого был момент, что он вообще ничего не расходовал. То есть белое это наше, то, что мы пишем, вписываем, так сказать, в историю, а то, что черное, это вписывает эта тьма. Здесь уже все закрыто, тьма. То есть мы вписываем, а тьма влезает.
Вот она, бабуля. Дырка в груди. Щелкунчиков вставил в эту дырку и включил, типа свет наполнил. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Матывает назад, что ли, время? Повторение старого? Тьма утаскивает под воду Элис. Элис типа очнулась и всплывает. До конца столько времени под водой провела. Полуголая, без сил. Теперь она нас ищет. Если вспомнить по ее памяти, что здесь был остров с домом, а теперь она из воды вынырнула, здесь ни острова, ни дома. Вот так трагически заканчивается история. Или что-то сейчас еще произойдет. Как будто ничего не произошло. Алан, получается, приписал всю историю. Все целое, все живы. Он все празднует, парад. Рок-группа эти два старика. Это девка с фонарем.
Агент ФБР там сзади что-то делает за окном заколоченным. Он теперь что, тьмой стал? Ну все. Мы получили два достижения. Маститый писатель и уход. И плюс еще за торнадо со меч установлены. Ну, титры, я думаю, показывать не будем. На этом прохождение основных 6 эпизодов, или 5, ну, по-моему, 6, игры окончено. Но там есть еще 2 дополнительных, которые будут в следующем видео прохождения. Ну, на этом мы заканчиваем. Игра очень интересная. Жалко, конечно, что сняли ее с продажи в Steam, в принципе. И только из-за них проблем с аудиодорожками в игре можно было договориться с правообладателями. Игра хорошая, осталась только вторая часть, по-моему, и какие-то бонусы первой, что ли, части. Но кто успел, тот купил, кто может искать на пиратских, там, на торрентах где-нибудь, чтобы поиграть в эту игру. Но игра очень интересная, увлекательная, атмосферная. Я советую лично поиграть в эту игру всем. На этом мы заканчиваем прохождение игры. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео. Всем удачи, всем пока. С вами был Басун, и это Alan Wake.